Велиал Сквад. Грейвленд. Find a job, please. Ну вот в этом жанре это какой-то трэп, какой-то разновидность трэпа все равно. Это, блядь, не знаю даже, может это какой-нибудь трэп-дрил. Ну и может не чистый трэп, а какой-то. Ну он здесь, они хотя бы звучат, как у себя дома. Дрил им вообще не надо лезть. Это колхоз получается. Вот это вот, оно, вот они здесь. Они нашли себя. И не надо лезть в дрил. С такими голосами тем более не надо лезть. Да и текста. Они не умеют текста под дрил писать. Они колхозные. Они чушь вообще. Нет стиля. И дешевизна сквозит в каждом слове, сука. В каждом слоге. В каждом отрывке. Дешевизна. Что в дриле вообще недопустимо. Там может, да, вот как Lil Crystal, он там какую-то лирику, в какую-то такую вот, у него какой-то чуть-чуть свой, это еще нормально, дрил. У Облы он просто как бы на таком какой-то, на браваде, на понтовости, на вот этом всем, как вот должно быть эталонно дрил. А эти колхозники, я как услышал, это жесть. В дриле они просто колхоз. Здесь нормально, здесь... Как бы можно их даже похвалить, что ну как бы вот здесь нормально. Хорошо там, и я говорю, что нормально пойдет, добротно сделано, и это звучит нормально. Вот это все, их стиль, как бы, где они уверенно себя чувствуют, там нормально все. А когда это был колхоз дрил, давайте все честно, как говорится, не предвзято судить. Просто это все херня. Слендер вот этот, да, наверное, это Слендер. Да, Слендер — это колхоз дрил. Это ужас просто. Это позор. Просто позор, провал вообще, ужас. Это вот ихнее. Это вообще не ихнее. Дрил — это не их. Вот это нормально было. Может, там еще у них несколько есть песен нормальных. Все равно, конечно, это все не мое. Я не буду это все слушать. Это все равно как бы такое все ширпотребы. К чему вообще? Не знаю. Ну, как бы... По крайней мере, просто что честно, что это удалась песня у них. Это вот просто пример, как не надо делать дрил. Вот кто хочет,
послушайте этот Slender, Viral Squad и MIP какой-то. Это так, как не надо делать, сука, как не надо делать. Обладает, это как надо делать. Lil Crystal тоже там. Особенно, допустим, вот этот вот, плюс 44 трек. А вот это вот, это колхоз дрова. Даже ни текст, ни голоса не подходят, ничего. Все как бы. До новых встреч. Спокойной ночи, малыши.